который не смог дожить до конца синдрим. Вот, Айномах, минус. Почему он в глыбе по этот пробил? Потому что он пробивает глыбу. Синдрам все пробивает. О, еще голдишка пришла, нормально. Надо зеленку выкупить. Не ты, а гильда в УГГ. Уешки в ГБ. Слышь, ой. Пока будешь рассказывать, я отойду. Блед. У меня вопрос, теперь я понял, что вы так долго, бля. Сколько здесь глыпа накидать? На скольких человек? 5? На взлетке 5. Или 6? 5. На второй фазе 1. Ненужная информация, это когда мы вайпнемся, блядь. Стаков сколько? 7? Правильно. Рыбу. Поставь рыбку. Куски, каски, блядь. А почему Шреддер написано, что отсутствует? Он в АФК стоит, ну, блядь. Точнее, он тут, но АФК пишет. У него не снимается само. Можно поставить настройку. Каски нету, блядь. Это не я объебался, все вы объебались, блядь. Было бы так, потому что хилы умирали, блядь, каждые притяжки по две штуки. Мы ее не убили, блядь, я ее вообще не убил в том рейде. Пока каски не будет, я не буду босса бить. Вот, есть, хорошо. Можно тоже потыкать каску обновить? Мне опять нахуй престон второе окно заходить и блять паладинами и потом. Вот, кинем метки 3D, они ж запутаются, кто первый раз. 3D метки. Цель убить сразу, а? Плюшки возьмите. До версии 5 минут будет, так я и смотрю. Ваша шалкая магия теперь без здесь ваших.
Фритом. Рейдер, по-моему, мне никто этого не будет, но... Не могу. Бэр. Блядь, я прямо с Женевской, у меня вообще даже фотки сука нету, а так. Ва. Беги, сука, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Ну. Фридом. Поэтому умираем, Глеб. Не лови сейчас четвертый, я нахуй шейпер. Фритом, умоляю. Никто не уцелеет. Я, походу, тут и останусь, блядь. А главное, все вот так. Если я буду бить эту нахуй глыбу, тогда он крайне вообще никто бить не будет. Если пхнет, блять, в рейд, то я шредер виноват. На минус 3 глыбы нахуй, вы че, ёбнутые нахуй или что, блять? Yeah.
Пришел он, сука, фридом давать, нахуй. Сейчас я тебе, сука, покажу фридом. Мастер, зайди на палуб, пожалуйста. Так, Джурада, блядь. Один раз умер, да? А меня это заебало. Блять, есть у кого скада по глыбам, нахуй? Они ж не домашние. Вот, давай так, если все очень тяжело, мне тебя уже жалко, давайте еще там трай два, если что он не убьет, ну ладно, добивайте завтра, не пофиг. Да, мне все надо, мне надо синдрелить. И пока метки ставил из ДПС, проебался хуйня. Чё, когда кто реально будет, когда ты уйдёшь спать? Вы, ребята, когда идете в ЦЛК, вы не пытаетесь, блядь, посмотреть видео, почитать тактики, блядь, либо что-то еще, либо вы думаете, что вас тут все разжуют, блядь, и провагонят нам. Стрейн, я вот второй раз за вечер с тобой согласна. Это уже прямо что-то невероятное. Или, блядь, все сировские бичи, блядь, привыкли нахуй вообще ходить только на 5 боссов, 6 на. Не, я против чуваков не имею против ничего, что на офе играли, давно не играли, т.д. т.п. нахуй, блядь. Нет, я видела, от притяжки умирали всякое, на ласт фазе умирали, все видела. Не, ну вот здесь одна глыба реально, я смотрел, она кинулась за глыбу, смотри, глыбу вынесли, да, сюда, и она кидается вот сюда. То есть глыба здесь, где я прыгаю, а бомба вот сюда падает, поэтому они и сдохли, типа. Потому что они думали, видимо, что она перед ней лежит. А потому что, когда, блядь, нахуй эта хуйня идет, какого хера вы все, блядь, упираетесь в лед, нахуй? Вот я не понимаю просто этого, блядь. Еще даже метки не повешались, блядь, а все уже наверху, блядь, стоят. Если на вас кинется метка, вы будете выбегать, блядь, полчаса вниз, блядь. Когда кидаются метки, вы должны все стоять тут, нахуй. Кинулись метки, вы выбежали вверх, если у вас нету, блядь, дебафа. Все, проблем нету никаких. Войд оффнулся или чё? А не трелогаешься? Ну же, повесится, сейчас пойдёт из-за вас. Бедненького Гурчика разбудили. Ведь ничего не могут без того челленджа. Да вообще залипаешь, уже мне пофиг, у меня музыка играет, что хотите, то и делаете. Опять, почему вы не пьете ни хрена? Ребят, у вас и так ДПСа нет. У нас СВДшник ГП лепил за то, что люди без фласок. Нет фласки ГП, нет фласки ГП. Лисичка, ты все правильно говоришь, потому что у людей нет стимула, за эту хуйню не наказывают, а если ты стараешься, за это бонус не дают. Mm-hmm. Вот и все. А зачем стараться? Можно амебой походить, побегать, где-то попрятаться, дать 4000. О, пацаны убили, здорово, полутаю, у меня ПР есть. Да заебись. Еще раз, а
А зачем стараться? Вот зачем остальным стараться и вытягивать ДПС, и там стараться какие-то прожимать там, зёбы огненные, вот эти турбойс, я думаю, пока ДЭ хавает. Зачем ему это делать? Он может тоже дать себе 3000 и все. А ему тут шмот не нужен. Не знаю, я бы, блядь, вот на месте турбойса жезлом хуярил бы. Я могу. А я пойду в рукопашку, турбойс. То больше. Рыба. Чушки, нет? Я еще хотела на Пала зайти помочь, я даже подавишек не буду. Тут я... Я уезжаю нахуй. Ебать, 22к с брустана, что за блядь? Ты корова. Вообще делаю, я двигаюсь хоть. Пиздец. Никто не мог решить. Да. Ходу опять затопила. Если есть слот, плюс поставил. Мосса, блядь. Друид, дурак, блядь. Сори, мосса, я думал, блядь, просто друид один. А не, это вайп. Я брусты прожал даже. Что это?
Чего он так резко притягивает, ну? Вот из склепа уже почти. Я не дойду, поэтому я останусь тут. Нет, у меня еще 200 гп. Секунду, вниз. Боже. Бурский, можешь кидать фридом на Алису? Да. Кинь на нее. Школы. Почему Журада стоит там, блядь? Так притяжка ж будет. Беги, сука, беги мне! Ебать! А какой ромбик? Джурада, бля. Секунда, бля. Там маг не виноват. Маг не виноват, его глыбу разбили. Ой, там он сдох. Был, да, ему глыбу кто-то разбил, и поэтому убил. Джурада, да? Тоже спит. Дашь Гредеру, пожалуйста? Может... Не знаю, можете меня не поддерживать, но я предлагаю роль. Мне уже я устала, честно, ребят, уже морально устала от вас. Тём, ты ж тут не сидел? В 6 вечера. Не, можешь меня давай поменять? Давай место Вайда поменяйте, вот и всё. Могу место тебе уступить. Ты бодренький, я смотрю. Я застрой. Кого на замену? Шредера. Ты спать желание? Не люблю желание.
Вот с такими, блядь, Шреддер будешь дальше ходить себе рейды с пугами, нахуй, вот с таким, блядь, по своим, блядь, признанием, либо что-то туда, ДПСР, хуев ебаный, блядь. Я пошёл курить. Шреддер, ты вообще дико не прав. Во-первых, если ты такой ДПСер, то где твой ДПС? Это одно. Во-вторых, ты единственный пал, который должен, обязан кидать палу, вернее, не палу, а танку Freedom. Это твоя главная задача. Ты саппорт. Твой класс саппорт называется, как друиды, шаманы. Ты не чистый ДДшник, ты не хант, не рох, не маг и не лог. Ты должен давать это фридом танку. Если это мешает тебе ДПСить, и ты топ-1 по ДПСу, тогда спора нет. Где твой ДПС? Перекуривать будем, ребята, именно. А чё, вот... А чё ты ГП начислил? Это не то, бля, я не то хотел. Я говорю, это пиздец уже, я, блядь, ну... Короче, будь что будет, ты это самое, чё собираешься? Не знаю, ну минут 40 ещё, блядь, от силы посижу. Ну да, давай, чё, сейчас убьём. Я чё предлагаю, ну, если Синдру убьют, ну или чё там, не знаю, если, блядь, не знаю, короче. Ну, если сейчас в этот... То есть, пока перемещение заполнено. Джованни. Давай. Чего у вас не хватало? Нихуя у нас не хватало. Мозгов не хватало, вообще ни хрена. Понятно. У нас первое, что не хватает, ДПСа по глыбам. А второе, понимание людей, где надо спрятаться от этих глыб. Нам не хватает нормального паладина, который бы давал танку фридом. Вот чего нам не хватает. Ну это уже третье. Мы от этого, в принципе, не вайпались. Мы теряем людей от того, что люди не умеют прятаться, а потом не умеют подбивать глыбы, чтобы потом быстро их разбить. Теряем очень много времени на БРы, на разбивание глыб. На глыбах, по-моему, только я шаман упал, но и то это был первый трай. Сейчас все четко главное. Люди в глыбах при этом проседают по хп до 10-20%. Это не быстрое разбивание глыб. Аптика, да. Пожалуйста. Турбо, залепи этих. Столик взял труп? Да, вон плюшки. Те же приготовлены. Плюшки будем, плюшками будем баловать. Я тебе тут передам. Чё? А, у меня есть. Я ластрейд, да. Во, вот это да, это норм. Сколько? Не помню. Ну сейчас 9. Ну, нормально. На еще фласки не раздавал. Зачем у кого-то фласок нет? Это я вначале раздавал. Ну, чекни. А у тебя фрос резиста не было? У тебя ассист там усилила. Чек. Фрос резист, да? Прям. А, чё? А, это, да, без проблем. Рыбу едим, фласки кому надо за неделю мне даем. Мидвей ты ролишь, да? Сейчас, да. Бокрус. Еще кого? Фласки еще кому нужны? Так, он с тобой готов.
И это. Так, еще комнатную. Я просто не громко говорю. Я не один дома. Можете меня прибавить. Так, рыбу поели. Соответственно, фласки пропиваем. Ты только две метки доставил. Угу. Те они и так ставят. Ну, отлично. Чек на готовность. Ну чё, как тебе перчатки, медведь? Да, блядь, сейчас, секунду. Не знаю, 50 своих. Да, блядь, не видел, счётчик, подождите секунду. Ставь им всё-таки эти 3D метки, вообще не выносят никак. Чё, не выносит, ну вы давай. Чё, вы, блядь, 10 лет теперь будете играть с этими 3D метками? Сейчас. У вас никогда в жизни на циркуле этих меток не было. Когда там были дымки только. Да, как сделали 3D метки. Блядь, даже дымков не было. У меня дымки упали всегда. А я на них, знаешь, сколько бабла поднял? А их давно сделали? Ну, наверное, как полгода пойдем. Нитки-то все-таки. Сейчас вот. Так. Ну, не-не-не, выставлять нормально. Нормально я им поставил, пускай там стоит. Нет, ты хуйню поставил. Желтая сильно далеко, да. Нахуй выставлять на отбить. Желтый — это третью фазу. Если можно нормально проставить. Начинается слишком. Ну вот он, 5 метров. 5 голов должно быть так расставлено. Соответственно, не по меткам смотрим. Опять человек. 5 рандомных человек вот в этих в трусах, соответственно, луне, кресте, звезде и квадратике. Но может, соответственно, местами, местом делимся. Мы, еще раз повторяю, команда. Соответственно, уступайте место, если можете. Чек на готовность. Тактику, надеюсь, все знают. Сейчас посмотрим. Все готовы. Соответственно, спускаемся. Чуть на пол. Стили, сидим, штурили, противно. Килы, выхиливаем. Выхиливаем. Лишники 7 стаков обморожения максимум. По дэшерам здесь рассказали вам. Для дэшера, кто умеет, соответственно, можете набирать. Кто не умеет, соответственно, максимум 4 стака. Бежали. Мастер аура дал на всякий случай. Воздушная фаза. Дай фридом, пожалуйста. Этим петом, как ты знал. Азорок, Шансунг вышли. Отлично. Прячемся по центру. Подбиваем метки. Справа. По центру. Шарпи, аккуратно. Справа.
конечно, сберегло бы быстрее. Убежали. Зерады Эксцесс, аккуратней. ВГП за это давал? Угу. Воздушная фаза. Да, иди. Турбой, Смоса, Этьюб, Уси, Магнит, вот Шейпер вышли. Справа далеко. Глеб, аккуратней. Справа близко. Отбиваем глыбы. Там же. Слева. Близко слева. Что это еще-то за одна глыба, я не понял. Ну, почему кинулось, непонятно. Ни ДБМ, а ничего не было. Почему кинулось, непонятно. Ты почему там стоял? Потому что близко стоял к глыбам. Нет, расстояние нормальное, я же по ДБМке смотрел. Ну, если этот как кинулось, значит, что расстояние было хреновое. Может, чуть-чуть пролах какой-нибудь. Как вторая зверка была, правильно? Больше ты магам носим. Убежали. Починили, блядь. Так. Сколько у нас друидов? Друидов у нас три. Нахуй, ложимся сразу. Ложимся. Пан здесь. Погибли! Вроде давай. А что за шарпик, кто-то играет другой, Анди, пан? А, так, а ИП? Ты по ДПС смотришь, да он спит просто уже. Ой, начислим ИП. Шарп. Какие? Блин, ты еще не спит, что ли? Нет, не спит. Давайте. Встаем, че лежим? Не тяните время. Зашли в инфи, ДП, что здесь все нормально. Че лежать? Начал ветриться, трясся. Боже, чрезня. Чрезня. Я не вижу его в ЕПГП. Сколько надо начислить? Начислить. Я 2700 кидал. 2700? Рыбу поставил, сейчас бафну. Кушаем. Оперативнее.
Когда у тебя лиса это замедло, расскажи мне. Сразу можно фридом кидать, или оно у тебя как-то появляется? Мне будет походу плантовать. Да? Я фридом, да, исключил. Ну, тоже давай, на всякий случай. За всеми следить тоже. А кто мертвый лежит? Кто? Мистер Дайбеттер. Поднимайся. Не надо туда подходить, иначе сейчас загришь. Рыбу кушаем. Ты жирная черная корова. Слезь с рыбы. Мистер Дайбеттер, разня. Пулбаб дали. Счет на пол. МП5 дайте по хантам. Так. Давай тогда панты кулачки. Я этот МП5 раздам по всем. Варам дали МП5 вместо кулак. Сейчас разбафаю кулак. Успокойтесь. Пан, разбафаю кулак. Пан каски давал. Пиздец, Шредер каски дает, пан раздает кулаки. Локу дайте каску, а то он заспамил чат. Варом кулак. Похрену, пропадут, не пропадут. Шредер каски пап. Чек на готовность. Кому что не хватает? К чат. Гурский рыба. Да, все поеду. У всех все хватает. Гуска готов, скажешь. Да все, запускать. Спускаемся. Кушаем штрудель. Вы че, разорот, погнали нас! Ёбаный! На полный винок. Шансунг, пан, XS, мастерал, пусть и магнит. XS. По центру чуть правее. Слева. Слева. По центру. Слева. Слева близко. Разбили глаза. Thank you.
побежали. Воздушная фаза. Пан мос аксесс мастера Лутви. Пациент, справа. Слева близко. Дюрада, аккуратней. Слева близко. Молодец, Шейпер, а чё мы не видим? По центру. Разбили глыбу. Мосса Бейр, вот Шейпер. Вы нет, что ли? Заебись, Б, проебали только вот и все. Ах, как где? Это была вторая взлетка, да? Шейпер умер? Ой, это все. Отбежали. Мастера ждал. Воздушная фаза. Шансунг, Ванзай, Пан, Мосса, Фаркли. Вышли быстрее. Молодцы. Справа. По центру. По центру. Подбиваем его. Справа далеко. Погоним потом. Разбили. Пан налево. Милишники по глыбе. ДД в босс играет. Фарклин на центр. От центра отошли. Вы чё, блять? Молодцы. Прячемся. Танка прохил. Танка прохильте. Ну чё? Войт, прохилили? Забили глыбу бокус налево. Быстрее. Мана, дайте. Далее, Инор, подвиньте. По глыбам играем быстрее. Люксес на центр. Так, мистер ДБ, торгим на хп. Глеф налево. ФДД чисто в босса играет. Ну, Глеф, блядь, вы что, издеваетесь, что ли?
каком стакане? За стаками-то следить надо. На ком? Мистер Дейбета, он же на центр. Джурада, Бэйли, Джефа. Джурада отошел оттуда. Отойди, 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 отойди. Прячемся. Бежали. Дайте прожимку, танки. Ну, заебись, все, Джира налево. Сколько у него хп? 8 дама. Молодцы. Танка разбили. Правую глыбу. Быстрее. Следующая глыба. Турбойс направо. Направо, 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 направо ушел. Моса бейт Джураду. Джураду бейт Грефа. Танка прохил. Войд налево. Войд налево. Так, по друидам больше нету, да? Сука. Так, на мне. С центра отжались. Прячемся, прячемся. Сейчас будет этот. Вытяжка. Похилить. Похилить, похилить. Это все? Я уже мертвая, да. Не разбивайте, пожалуйста. Так, Геру. Дали, дали Геру. Играем. Турбо ушел. Турбо, уйди. Играем чисто в босс. На доливку идем. Стараемся долить. Да, не знаю, сейчас попробуем. Лобосос направо. Мастерал ушел, ушел, ушел. Отходим с глубины. Сколько там? 1.6. Это слишком быстро, Гера, не поздно. Там разницы нету. У нас, блядь, половина рейда, блядь. Одни замораживают друг друга, блядь, а вторые нравятся, нихуя просто. Шейпер дохнет, блядь. Чё ты? Чё ты? Последний трай был? Видишь? Да, она говорила, что она последний трай. Да давайте уже рой и всё. Если, блядь, с таким настроем будете дальше Тимотис гляди нахуй ливать. Этот, давай, Рео, да проход. Я на паладина захожу. А чё ты на паладина заходишь? Хочешь захилить её? Витя, тут не в хиле проблема. Пока не. Да нет. Да там надо не на 35% давать, там надо давать после первой притяжки на второй фазе херу. Так, кто там еще такой был, что я хотел ему КП уебать? Собыл ник на. Я не знаю. Друид. Там было такое... Я ему уже дал. Блять. А, шейпер нахуй. Равен, дай мамонт. Шейпер тут нет. Ну, после сегодняшнего рта даже в рейды ходить не хочет. Ну, просто я не сначала был. Нет, Войт все нормально делал. Да, Войт я не спорю. Да, еще трай. Ластовый. Не убивайте. Я сейчас ластовый трай, я зашла на паладину, повешу КД, ластовый трай. Ну, ты хочешь дальше продолжать? Можешь. Убивайте, как хотите.
Да, водопроход будет, скорее всего, возможно. Можно, пожалуйста, на завтра? Я просто уезжаю, как? Не факт. Возможно, будет позже. Не знаю. Джурада, ты можешь за глыбами прятаться нормально, не получать урон? Так, промахал всех рыбу жаем и след. Так, у чай прибылицу, да? Да. Так, только снова не было. Танки одели. Давайте не на завтра допонес, уж если я когда повесила. Че, ты на работе завтра? Mm. О, бля, у меня прок на БГ уже 58 минут висит, а я и забыл, что я регал. Ёбаный бред. Так что БГ вообще не работает, да? Давайте я сейчас целый час висел. Мистер Дайбеттер, подливка идет? Подливка идет или нет? Не знаю, меня не прокает БГ. Спрашивай. У меня уже идет подливка. И че ты же? Ясно. Такс. Чё не может, нет? Да, давай так. Да, четыре дела. Чек на готовность. Ой, опять я не пожал, что ли? И до этого мы, по сути, были в 24 тела, потому что тот же шейпер, он же не дамажил вообще. Так, проебал. Еще раз чек на готовность. Давай, лопасос, пуси. Собрались, ребята. Пус. Все готово. Чет на пол. Спускаемся. Ура, коня. Я даже знал кого. Ладно вам. Сосредоточение отдали, пожалуйста, куда поводим. Шредер, блядь. Воздушная фаза. Никто не уцелеет. Давай прыгай, мистер Дейбаттер, Моса, пан Войт, Гурский. По центру. Шейбер, мастерал. Алло, прием. Слева. Мой прием, хотел две глыбы пробить. Слева. Кто по левой? Справа. Мобиль глобу.
Поехали сдавать ранку. Воздушная. Джурада ли лоучик пан ванзай дайномаг. Вышли, вышли. Отлично, справа. Слева. Слева. Так, не вижу. Слева, слева далеко. Били. Били было бы быстрее. Вторая взрывка была. Третью не добавили. Воздушную фазу. Никто не уцелеет. Турбойс, Мидвейт, Аномаг, Глеф и Винар. Для мне пан Агро сорвал, пиздец. Так, на Винар глыба. Ой, ты выходишь, ловишь. И как он тебя сорвал? Не ебал. Да, он прожал. Скорее всего. Что по левой? А. Били глобу. Алиса смело в этот ходил. Два процента. Эх, фаза. Джурада налево. Джурада налево вышел бегом. Не тормози. Это право. Блять. Чё за хуйня? Бля, это Джурада вообще какой-то странный. Каждый раз это не так делает. Шреддер на центр. В центр ушли. Ушли из центра. Готовимся прятаться. Эд Джурада, блядь. Он, по-моему, вообще не понимает. Либо его в дискорде. Не убили, не убивайте голову только. Не убивайте, рано. Убили. Лев налево. Бля, прохиливаем. Почему войд на лоу хп? Ой. Так, Берни. Кенгурский на центре. Ассента. Вместо Дейбеттер. Гимн на хп. Даже шамана задело, нет? Да. Войда прохил. Войда прохил. Прохилой, да. Саджира налево. Саджира налево. АДД по боссу. Быстрее, больше в босса играем.
Шрейдер на центр. От центра отжались. Приседал какой-то. Сжигающий холод. Прожмите танки. После этого может раз дать, да? Угу. Мосу бернули. Блять, это чё? Жан, блядь, это чё сейчас, блядь, было? Давай, салаву алейкум. Танк убил. Вальда положил? Пиздец. Ага. Геру дали? Шансунг на хит. Забери, пожалуйста, если турбо можешь, на но мне один стак. Дай да, на пизду. Геру дали, нет? Да. Дай попос. Сваливать. Дай баттер налево. Налево, направо, налево, направо. Лево. Следующий на центр прячется. Что будет притяжка. Вайда прохил. Так, на центр. Кто там? Угу, красавчик. Центр отжались. Угу, молодцы. Притяжка. Прожимку. Танки прожимки отбежали. Ну я. 6%. Молодцы. Проверьте, пожалуйста, вот этот друид Джурадо, он в дискорде. Джурадо плюс чат. Ну, странно, чем, ты мне ответь, пожалуйста, когда я тебе произнес ник и этот, как его, попросил пойти налево, почему ты оказался справа? Ты здесь первый раз? Он тут уже 10-й трай, уже запомнить можно. Паника, не паника, сосредоточились. Вторая фаза выносится печенька, если, точнее метка. Если налево, то в ромбик, если на центр, то в печеньку. И от них надо отходить. Ну так в десятке был, в десятке такая же фигня на второй фазе. Одна глыба кидается. Почему-то сейчас, то бишь, я не представляю. Можно, пожалуйста, убрать всех, вообще всех? Пятая и восьмая, ой, какая-то восьмая группа, да. Хорошо. Все. Привет тебе. Могу я Шама зайти Джурадо в кота, блядь? Нет. Да тут же не дело не в коте и не в хиле. Он и в коте также будет не понимать, куда бежит. Ну, злужина как-то убил, блядь. Хуй знает, как он убил. Сейчас, секунду. Да я был в том поеде, нормально убил. Ну, какой трай уже на одном и том же, он не понимает, что если на человека на другого метка кидается, если он близко подойдет, он тоже замерзнет. Он вечно трется там слева почему-то, а не посередине со всеми. В конце тебя вообще, блядь, убило нахуй ответным ударом, блядь. То есть стаков до хера на стаку. Люди, ебать, на Алисе 15 стаков было. На Твисе тоже 11. Начала они 11, это лев 11. Это уже в конце, походу, да? Это когда Войт сдох. Я на прошлом трае на себе 46 или 45 таков настакал, потому что просто нельзя было прекращать хилить. Еще траить будем? Да. Тогда мне соброд, пожалуйста. Пати подливки дайте. Когда мне? А кто мертвый лежит? Yes. Чулан пошел писить. Ты чулан тоже, да. А подливка знает эту тактику или такое же, как за будет?
Ну тогда проблем не должно быть, если закрыл. Не еби труп Шейпера, нахуй. Он тебе в снах будет приходить с жира, блин. Я устрою. Тут уже бежать, не бежать. Дай эти дискорд подливки. А чем тогда ему подаешь подливки это? А ему похуй, похоже, насколько я понял, да? Да и батер. Так вы посмотрите на шмот, конечно, не похоже. Ну если только у Дэна надо. Шамана Глефа выкинула из клиента. Что-то не коннектится к серверу. Ты в сети стоишь, да? Ну я стою в сети, у меня клиент. Выкинул клиент и в лаунчере пишет. Все нормально, все сейчас. Нет, называется, у меня так же бывает. Я еще в игре, а все зависло, экран побелел. Типа Вов не отвечает, у меня так было на леди. Мася, у тебя-то десятые должны быть на свечи. На каждом боссах ты меняешь, по идее, шмот. Я знаю. На Синдре Т4 лучше, на 100%. Я это знаю, все прекрасно. Ты пожимай буст этот. Хотя, бля, у меня лучше опыт. Такой же. Не знаю, на рестку надо вообще, блядь, менять Т4 на Т10. Зашел, нет. Там, оказывается, круговая атака этот, блядь. Чулан, что писает или что? Надо бы где мы стоим. Не достает, да? До халика? Когда рейндж держишь. Да, на первой уже взлетке, нахуй. 4 только круговых атаки вместо 12, блядь. Да, есть такая куда-то. Там и вихрь тоже, по идее, не бьет, если... Сделал посос. Писал, что пошел писить. И писить. Ну и что там? Аппарат. Худо упал. Собрат пошел, стоп. И один залог. Обмен кидай. Да, один. Нет, все. Ну, сервак упал. Нет. Мы все тут. Нормально? У меня тоже выкинуло. У меня тоже вылетело. У вас дедосит. Это с какого города? С Синдра дедосит, да? Ну, зашло. Да бред какой-то. Ошибка подключения. Не, у меня зашло. Все, он тоже зашел. Ну то и Геру пораньше, они когда уже все сдохли. После первой притяжки можно на Геру, но смысла не вижу. Два подали после этого кушали. Чек на готовность. Подливка воет, чулан, жрите рыбу. Ешьте рыбу быстрее. У меня времени мало. А подливка что, заходит в Дискорд, что ли? Сколько времени? Не знаю. Нормально, 5 часов постишь. Ты думаешь, я сейчас усну? Вися, ты сейчас оденься и ляжь спать одетой. Я не умею засыпать за 5 минут. Дали поп приста баф. Дали каску по друиду. Быстрее. Еще раз чек на готовность. Подливка тут. Все, я его перекину. Все готовы. Отчет нам по спускаемся. Я сказал, стартуем! Что делаем? Захил рейдер.
души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия... Ой, ты уже не верит в наш успех. Ну, это завтра сделаешь, это как-то все будет. Ну, завтра? Сбежали. Двое мастеров. Воздушная фаза. Подливка Войта на Mac Access Farkle. Вышли. Отлично. По центру. Ой. Аккуратно. По центру. Их и по жопе достало, да? Что это? Развернулись. Сзади глаза. Мужский. Ебать. Где? Слева. Слева. Молодцы. Разбили глаза быстрее. Пусть и умер. Мосса есть БРБ. Рабов конта дали. Какой себе, что это, блядь? А чё зависли все? Не зависли, этот синтрой ебучий, блядь. Да. Поворачивай. Ты что делаешь? Не поворачивай. Да ты поворачивай. Нормально, всё. Воздушная фаза. Быстрее, быстрее. Шреддер, вонзай, мосы, клинчи, фарки. Близко между центральными глыбами. Для... Справа. Слева. По левой стопните. Где? Слева. Разбили глыбы. Быстрее. По правым играем. Припишите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Еще одну глыбу, ребят, надо разбить. Пролагал. Там не было? Там не одна, там три еще, блядь. Отлично. Ни хрена себе. Ну, слышно, да? Слышно, слышно. Я не знаю. Земным пролагал. Ауе, дайте по глыбам. Быстрее по глыбам играем.
Быстро, 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 все быстро делаем. Ну для нас бороз под эту хуйню давать вообще. Пиздец. А хилить глупых здесь может кто-нибудь вообще из класса? Нет. На церкви могли аршам, если стояли возле нее. Бежали. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия тебе... Джада, есть БРП или Ванзайн? Крест все, уйдите. Английский не набираю, лиловчик налево. Наличники разбили головы. Пан на центр. С центра отошли. Прячемся. А, шансон дай гейм на хп. Не разбивайте, стоп. Где притяжка? Не знаю, турбо на центр. Турбо на центр, отошли с центра. Блять! Простите. Разбивающий холод. Мистер Дэй Беттер гимн на хп. Геру дали. РДД в босс. Ленар налево. Лишника танка разбили, быстрее. Пусть магнит на центр. Наш берегу. Паркли налево. Били. Моса на центр. Сейчас должна быть притяжка. Они бежали. Разбили. Эксцесс налево. 7%, играем в босс. Эксцесс налево. Все по боссу. Фолтед для босса. Чулан, дай этот герой, но подливка направо. Подливка направо ушел. Конец-то дал хотя бы нахуй не зря. Натурин, наконец. Я тебе говорю, когда я вздыхать не загибал, всегда босс падает. Это всегда у меня один так. Вопрос. Какого хрена в Дайномаге Таунтмастер стоит? Лича, пойдем убивать? Нет. Аль. А что упало, похвалить? ТБЛ, две печеньки. Хэдса, Райан, хэдса. О, нихуя есть талисман. Серьёзно. А кому он уходит, только непонятно. Я ушлась в Брэдди, я остаюсь, начисли тебе пока. Короче, ЕП начислишь. Ро? Давайте Лича разок тренём, если сдохнем, то... Ро. Нет, нет. Не будем приставим. Или Ро. А хилы танки здесь остаются или? Да. Ну
Вот если пойдет спать, чё, кто-нибудь может за танка зайти? Или спектр? Я могу потанчить, но у нас минус двое. Вот тебе сколько времени? Да, у меня нормально время. Быстрей-ка бегите. Рой или чё? А уже все на лича пришли. Ну, медведь сказал Ро. Но все на личе стоят. Все, и поедали можно ли. Ро. Дайте порт. Кто на личе? А, все, не надо. Ты как-то... Это макрошой, который распускает рейд вообще? Да.